театром. Мы существуем на деньги налогоплательщиков. Мы получаем деньги из бюджета и зарабатываем сами. У нас активная профессиональная деятельность, чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Да? Это не парадная встреча, это встреча друзей, люди, которые организовали сегодня ваш приезд сюда, наши хорошие знакомые, коллеги и партнеры. Это встреча дружеская. У нас сейчас только что, вот 20 минут назад, закончился спектакль для детей под названием «Веселый Роджер». Это спектакль для детской и подростковой аудитории, поэтому здесь еще не сняты декорации, которые являются ореолом проекта, ореолом спектакля. Действие начинается из фойе и переходит в зрительный зал. Сейчас в зале очень экстренно монтируются декорации, потому что для того, чтобы вас достойно встретить в 15:00 в зрительном зале, сейчас ребята, которые занимаются профессиональной частью театра и монтировочной, на самом деле совершают подвиг, потому что спектакль, который вы сегодня увидите под названием «Город мечты», об истории города Долгопрудной, на монтировку этого спектакля нужно не меньше 4 часов. Мы сегодня это монтируем за 40 минут.